У сотрудников Центральной районной библиотеки не иссякает фантазия на проведение самых разных мероприятий для жителей муниципалитета. На этот раз главный библиограф Марина Андрианова подготовила интерактивную программу «История русского чаепития». Для того, чтобы люди могли сейчас вот летом с семьей прийти сюда, в библиотеку, посмотреть выставку, и мы рассказали бы вообще о фарфоре, о том, как чай возник на Руси, о том, как были изобретены наши русские самовары. Выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Здесь можно увидеть экспонаты из частных коллекций, среди которых фарфоровые сервизы советского времени и самовары начала 20 века. Одно из центральных мест экспозиции занимает соусник производства завода Иконникова с клеймом второй половины 19 века. Участники программы узнали историю возникновения чая на Руси, когда первая коробочка с сушеными листьями была подарена Ивану Грозному китайским императором. В свою очередь собравшиеся могли познакомиться с современным китайским чаем пуэр. Технология ферментирования, то есть его специально вот так консервируют, то есть его специально вот он усыхает и так далее. Также на выставке представлены репродукции картин русского художника Бориса Кустодиева, в работах которого тема чаепития нашла свое отражение. Во-первых, Кустодиев я никогда не видел, что столько чаю действительно посвятил своих картин, я, честно, не знал. Вот. И интересные экземпляры самой посуды, необычная, нравится. Все, кто посетил интерактивную программу, смогли задать свои вопросы по истории чаепития. Для тех, кто заинтересовался, выставка будет работать до конца июня. Хорошее настроение ее посетителям будет обеспечено. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.